Иногда под нашим носом происходят вещи, о которых мы можем даже не подозревать. Так, мы почти приехали. Так и в сердце Трум-Сити начали проводиться масштабные игры в кальмара, о которых известно лишь избранным. «Выпустите нас! Я подам на вас в суд! Верните меня домой! Я рыбок не покормила! Судя по мешку, она фанатка картошки!» «Мисс, вам пора выходить. Я вам помогу. Наконец-то, а то меня в машине укачало. Я хочу пить. Держите. Все-таки у популярности много преимуществ. Но есть игрок, которого ждет особый прием. Отойди, я хочу лично ее поприветствовать». Красная дорожка, личное сопровождение. Такое может себе позволить только ультрапопулярная девушка. Надеюсь, вам все понравится. Я тоже. Снимите мешки. Прическу только не испортьте. Наконец-то! Я буду жить! Здесь слишком бедно. Это всего-навсего парковка. Позвольте провести вам экскурсию. Я с вами... Подождите меня! Куда торопишься? Наш уборщик ушел в отпуск, так что не помешает твоя помощь. Подмети здесь. А потом ты все сама увидишь. Когда-то были в моде другие задания. Правда, ребята? Я договорилась с ведущим, и сегодня будет вечеринка. Ура! Круто! Спасибо тебе! Давайте веселиться! Давненько такого на моей работе не было. Какие там еще есть трендовые движения? Смотрите, чему я научился. Повторяйте за мной. Ха! Как вам такое? Попробуйте, успейте. За мной. Когда она прекратит это? Кажется, никогда. Ныряем вместе. Опасная игра превратилась во что-то веселое и безобидное. Но надолго ли? Смотрите, как надо. Ой, о нет, это конец. Я хочу с вами. Фух. Ух ты, диско-шар. Его-то нам и не хватало. Я тоже буду танцевать. Теперь все прямо как в клубе. Ха, все танцуем. Танец робота. О, это я хорошо умею. Ой. О, нет. Что такое? Упс. Диско-шар испорчен. Вечеринка испорчена. И все из-за Софи. Почему это я-то виновата? Пока, противница веселья. Я ведь не специально. О, Жаклин, хоть ты мне веришь? Я верю, что у тебя отлично получится убрать весь этот беспорядок. Когда мне уже начнут доплачивать за это? Добрый день. Вот ваш обед. Ты правда думаешь, что я буду это есть? Извините, я не подумал. Это подойдет? Суши. Обожаю их. Спасибо, держите. Вы так щедры. Я могу сделать с вами селфи. Конечно, еще увидимся. Приветик. Меня ждет вкусный ланч. Хочешь, я с тобой поделюсь? Что у нас сегодня на обед? Свежайшие суши. Ты что творишь? Это же сама Кэрол. Для нее мы подготовили совсем другое блюдо. Извините. Вот, приятного аппетита. Думай, что творишь. Неплохо. Хвастаешься едой? А мне моя больше нравится. Вы мой кумир. Может, устроим обмен? Вы мне дадите автограф, а я вам приятный сюрприз. Класс. Это вам. Ну откуда? Не задавай лишних вопросов. Устрицы и пирожные. Ха, я вот ни капли не завидую. Просто ты мне аппетит испортила. Она гипер-мега-звезда Ютуба. Я проголодалась. Что здесь есть вкусненького? О, суши. О, напугала. А ну отдай. Это не для беднячек. Что за дискриминация? Вот, бери и проваливай. Ну, и что же это? Карамелька? Вкуснятина! Игра началась! Вырежьте фигуру, но не сломайте ее. Придется постараться. Какое жалкое зрелище. Неудачница. Даже нормально пообедать не может.
Простите за задержку. Вот и ваши сахарные соты. Зачем они нам? Для игры, конечно же. Время пошло. А давайте вы пропустите нас без испытания. Ну, пожалуйста. Никаких поблажек. Не выполните задание, не пройдете дальше. Да это же невозможно. Легче легкого. Мне даже понравилось. Я закончила. Видите? Поздравляю. Вы проходите дальше. Слушай, а ты можешь нас выручить? Мы тебе заплатим, если ты выполнишь задание за нас. То есть я и поем, и заработаю. Давайте все сюда. Ты наша спасительница. Мы тебе очень благодарны. Рада помочь. Поможешь мне? Конечно. Спасибо. И мне тоже, пожалуйста. Без проблем. Ты всех нас выручишь. Какой у меня прибыльный день. Вот, я все выполнила. Хорошо, проходи. Я тоже. Молодец. Тут миленько. Почему я должна проходить испытания с этой непопулярной беднячкой? Взгляни на нее. Не переживай, все будет хорошо. Оу. Хм, ладно. Эта игра кажется простой. Красный цвет, но волнительный. Мне скучно. Это пока. Красный цвет. Они же сейчас проиграют. Ребят, извините. Сделаю вид, что ничего не заметила. Пронесло. Везет же мне. Держу. Эй, зачем ты подставляешь Жаклин? Это некрасиво. Да, зачем ты мне мешаешь? Хочешь устранить конкурентов? Ты меня уронила. Что я делаю не так? Эта девушка подставляет игроков. Значит, она выбывает из игры. Это несправедливо. Переоденься. В наказание будешь работать охранником. Ну и ладно. Быть охранником супер скучно. О, это моя любимая игра. Когда начинаем? Испытание будет проходить немного иначе. Ну что, поиграем? Теперь мы в роли игроков. Удачи нам. Так мне больше нравится. Ведь у нас есть вкусности. Ага, это круто. Когда пою зеленый свет, лучше поторопись. Но если станет красным он, сразу остановись. Пока пою я песню, ты можешь танцевать. Как только замолчу, ты должен спокойно стоять. Упс, ты выбыл из игры. Эх, а я хотел еще повеселиться. Хм, мои радары засекли движение. Не смотри на меня так. Вечно ты все портишь. А вы меня ругаете ни за что. Замечено. Движение. Что? Снова все из-за нее. Поздравляю. Благодаря тебе вечеринка закончена. Я ведь даже не успела сделать ничего плохого. Раз ты проиграла, то тебе и убирать мусор. Я не собираюсь этого делать. Что? Я пошутила. Вот и настало самое долгожданное финальное испытание, которое и определит победителя этой игры в кальмара. А вы можете дать мне автограф, пожалуйста? Да, только после того, как ты поможешь мне выиграть. Хорошо. Так, это уже нечестно. Смотрите, мы с Кэрол участвуем в испытаниях. Никаких селфи и трансляций, пока не присоединишься к моей команде. Это плохо. Игроки, поехали! Неужели у Софи нет ни малейших шансов победить в этой неравной битве против популярности? Это будет легко. Я так больше не выдержу. Можно уже праздновать победу. Вот это экшен. Да, я стараюсь. Ой, они сейчас его перетянут. Давайте я вам помогу. Раз, два, тянем. Ой, получилось. От вас двоих никакой пользы. Одна я все делала. Из-за вас я проиграла. Ты понимаешь, что все деньги достались ей? У-ху! Я победила! А все эти деньги мои. Внимание! А сейчас поприветствуйте директора игры в кальмара. Хай! Отойди. Сейчас выйдет директор. Неужели? А если так? Босс, простите, я вас не узнал. Эй, похлопайте главе игры в кальмара. Что? О, нет. Софи,
Прости нас, пожалуйста. Мы не знали, кто ты. Я прощу вас, но только при одном условии. Мы согласны на все. Тогда возьмите это и наведите в этой комнате порядок. Принимайтесь за работу. Ладно. Все, идите. А я буду праздновать свою победу.